Гран-при на первом месте Зарина Гизикова. Это уже получается результаты скакалки мне дали посмотреть. Что касается Гран-при с обручем, я расскажу позже. Сейчас давайте посмотрим на Веру Сессину. В этой запутанной ситуации с регламентом и с подсчетом оценки всплывают все новые и новые подробности. И вот оказывается, Россия, как страна-организатор этого турнира, имеет право выставить в Гран-при не одну участницу, как все, а двух. И в Кубке мира не двух, а четырех